Жались хоккеисты СКА, там вот 13 секунд они играли втроем, потом вчетвером Францев обыгрывает Сазонова, оставляет шайбу Афиногенову. Афиногенов, гол! Это фирменный знак Максима Афиногенова в нынешнем сезоне, вот с этой позиции. То есть даже можно сказать, что это точка Максима Афиногенова. И заводки наносит бросок. Очень красиво. Очень нужный гол для команды СКА. И показываем, конечно, мы Елену Дементьеву. Она болеет персонально за Максима Афиногенова. Ну, Францев тоже здорово сыграл. И смотрите, вот из-под двух защитников даже нанес бросок Максим Афиногенов. Максим Афиногенов, Андрей, вот посмотри, он всегда такие голы забивает. И все время бросок хороший у него с кисти идет. Да, именно кистевым. Практически все свои шайбы, 12-я шайба Максима Афиногенова.